Хорошо. Тоже 4 капучино, да? Да. Вот бежать с двумя камерами, это, конечно, жесть. Что-что? Ничего страшного. Держи их вот так, это вот в таком направлении, да? Где-то вот так вот. Не пересекались, я бы сел. Направление, смотри, куда бежать будем. Бежать будем вон туда, смотри. Вот такое направление. Блин, так это уже не... На Новый Гудоре. Это, да, мы немножко пробежим. Да, вот, да. Видишь, обрыв начинается, вот там уже сядешь. Это обрыв. Это нравится. Бежать просто страшно. Самый кайф, правда, это... Стоп, посад. Разворачивай немножко, готово? Не тупи, ты мой мотор. Поехали. Бежали. Давай, побежали. Еще ускоряйся, садись. Умница, ножки поджала. Еще больше. Лучше. Самое лучшее, что вообще у меня было, короче. Это, конечно, тяжелая работа. Очень красивая. Такая эстетическая. Thank you.
Thank you.
сейчас остановим. Да, да, остановим. Все, я остановил. Понравилось? Супер, это лучший пилот! Спасибо большое. Спасибо. Ребят, Гудаур, Грузия, Анатолий. Супер, Светлана. И Светлана, да, из Украины, живущая в Польше, да. Приезжайте, летайте с профессионалами, будем рады увидеть вас. Только с этими. Подарить вам незабываемые эмоции. Ну, супер. Пока. Вот так. Блин, короче. Обычно по сегодня все время стоять на месте. На все это, на всю зарплату. Класс, короче, это было что-то, блин. Все, короче, я вам говорю, блин, делать бизнес, я буду вызывать только сюда людей. Ну да, это, конечно, с погодой надо угадать. Чего обошлось? Надо ждать, конечно. Пока-пока. Надо, конечно.